Подарок к Международному женскому дню подготовила погода. Какой именно, мы узнали в гидрометцентре республики. Погода изменится. К нам придет обширный антициклон, осадки потихонечку прекратятся, и температура воздуха понизится, то есть не будет вот этой слякоти. Ночью столбики термометров будут показывать от минус 1 до минус 6, но, возможно, местами по республике понизится и до минус 10. Вот. Ну а днем будет около нуля. Во власти обширного циклона Чувашия будет находиться до самых выходных. Синоптики прогнозируют минимальные осадки и много солнца. Но подчеркивают, погода в марте очень изменчива. Так что впереди еще не один сюрприз.